Я думаю, что перемирие – это то, к чему обязательно надо стремиться любыми усилиями. Будет ли к этому стремиться Порошенко, я не уверен, потому что там, собственно говоря, совершенно другое задание. Для меня совершенно очевидно, что правительство Украины – марионетки. Вот, в руках крупнейшего западного капитала. То есть, собственно говоря, об этом даже говорит то, что попытался Яценюк сбежать с премьерства, но ему не дали, потому что он не отдал газотранспортную систему в руки частных американских компаний. То есть, с кем вообще там мириться? То есть, это надо, чтобы перемирие между собой заключали американский олигархат и, например, там, президент России. То есть вот на каком уровне нужно договариваться. Поэтому Порошенко, какие он имеет полномочия договариваться? Ему сказали, иди там, воюй, сравняй с землей Донецк. Он выполняет.